Это город Чэнду. Чэнду – административный город провинции Сычуань, расположенный на западе Китая. Площадь города – 14 300 квадратных километров. Численность населения в городе превышает 21 миллион. Это единственный в мире мегаполис с видом на снежные горы высотой более 5000 метров. Это город Чэнду. Это национальный историко-культурный город Китая. Это родина национального сокровища Китая – Больших Пан. Это узел китайско-иностранных обменов с древних времен. Цивилизация на территории Чэнду насчитывает 4500 лет. Чэнду, как город, стоит уже 2300 лет. Благодаря своей великолепной душе и открытому отношению ко всему, Чэнду всегда поддерживал и поддерживает экономическое и культурное развитие на высоком уровне. Чэнду – один из самых оживленных и счастливых городов Китая. Здесь процветает инновационная деятельность. Здесь мощный импульс развития. Город занимает 24 место в глобальном индексе инноваций. Здесь 66 высших учебных заведений, 146 инновационных платформ государственного уровня, 13 тысяч предприятий новых и высоких технологий государственного уровня, 6,5 миллионов кадров разных профилей. Ускоренными темпами формируется ряд производительных сил нового качества в сфере искусственного интеллекта, низковысотной экономики и других. Автомобилестроение, экологически чистые продукты питания, новая энергетика и другие отрасли процветают. Объем индустрии электронной информации превысил 180 миллиардов долларов США. Общий объем внешней торговли в 2023 году составил 106 миллиардов долларов США. Общий экономический объем достиг 310 миллиардов долларов США. Каждый день международные поезда перевозят автомобили, электромеханическое оборудование, комплекты оборудования, продукцию электронной информации, биомедицинскую продукцию, фотоэлектрические материалы в страны Европы и Азии. Число международных поездов – 28 тысяч. Чэнду – третий город в континентальном Китае с двумя международными аэропортами. Город открыл 70 международных и региональных регулярных прямых пассажирских и грузовых рейсов. Международные поезда соединяют город со 112 городами за границей. Город развивает торгово-экономическую связь с 235 странами-регионами. Чэнду установил дружественные и по-братимски отношения со 112 городами в мире, в частности и Бишкеком. Всего 315 компаний из списка Fortune 500 открыли филиалы в Чэнду. Чэнду – это город-парк и город полноценного человеческого счастья. В городе более 1500 парков, 7000 километров зеленых дорог Тяньфу, более 600 километров действующих линий метро и трамвая, более 3600 книжных магазинов, 192 музея, более 10 тысяч чайных, более 8300 кафе. В городе-парке вполне ощутимо высокое качество жизни. Тайны руин Сан-Синдуй и Дзинша остаются нераскрытыми. Объекты всемирного наследия, гора Цзиншан и ирригационная система Дуцзяньян по-прежнему тихо стоят. Храм Ухуоцзы славится в мире культуры Троецарствия. Первые в мире бумажные деньги Цяоцзы рассказывают об истории развития денег. Лучший туристический город Китая тепло приветствует гостей со всего мира. Прогуляйтесь по улицам Чэнду, поближе пообщайтесь с большими пандами. Город успешно провел 31-ю Всемирную летнюю универсиаду, 81-ю Всемирную конференцию научной фантастики, Кубок Томаса и Упера по бадминтону 2024. Сегодня в городе проводится Всемирная выставка садоводства 2024. Древний город показывает всему миру свой энтузиазм, открытость и разнообразие.
Горы и моря не могут разделить людей с общими устремлениями. Давайте углубим торгово-экономическое сотрудничество, усилим гуманитарные обмены, пользуясь возможностями, принесенными шелковым путем. Чэнду будет своими способами представлять каждому гостю блестящие достижения модернизации китайского типа. Город-парк под снежными горами. Город полноценного человеческого счастья. Город инноваций, который отважно идет вперед. Город Чэнду приветствует вас!